народ. Короче, мы сегодня на берегу Кременчуцкого водохранилища. Будем в прибрежной зоне с лодочки на поплавок ловить карасика. А одного я, если честно, уже поймал. До этого, короче, честно скажу, ну, было сомнение. Одного поймал, все, собственно, налаживается. Я думаю, будет не последний. Забрасываемся и смотрим, что из этого получится. Друзья, короче, ловлю я своей 4-метровой удочкой циклон. Ловим мы с вами на парика. Глубина тут такая, где-то под 2 метра. Где-то около 5 сантиметров от крючка до первой бусины и еще 5 сантиметров до основного груза. Забрасываем. Поплавок стал так, как надо. Ну и ждем. То есть оно, в принципе, показывает практически сразу там наличие рыбы. Какие-то такие подозрительные подергивания. Бычок паразит. Ну, бычок, товарищ такой, что тут водится везде. Ничего с ним не сделаешь, придется как-то с ним мириться. О! Да, друзья, он красавчик. Смотрите, еще один карасик такой классный. Ну, примерно плюс-минус такого я и вытащил. Ну, такой хороший пучок опарика. Делает свое дело. Единственное, поправим сейчас грузик, чтобы он примерно так же у нас и стоял. А то там, видать, растительность сбивается он. Красавчик, смотрите. Ну, такой себе мерный карасик. Смотрите, как красавец. О, ну, друзья, ну круто, все-таки рыбалочка состоится. Смотрите, еще красавец какой. Только что тут вывернулся такой, блядь,
Походу толстолоб. Такие круги пошли. Сюда. Ну, круто, такой мерный карась. Мерный карасик. Мы опять наживляем опариков, штучек 7. Чтоб такой пучок нормальный получился. Блин, и хороший карасик был. Что ж такое-то? Крючок отличный. Винтан где-то за что-то зацепился, блин. И... Короче, карасюля свалил. Ну ничего. Мы освежим опарика нашего и продолжим ловить. И кидать будем туда же. Да, ну тут на такой глубине вот эти подыбывания как бы не вообще ни о чем. Если в камыше, когда ловишь там на 25-35 сантиметровой глубине, можно как-то еще там просечь, прохавать всю эту движуху, на подыбывание уже поддергивать как бы не после конкретной поклевки. Тут же, короче, когда глубина 2 метра практически, особо эти подыбывания вообще ни о чем. Тут уже конкретно как вылаживают или как ведет, вот тогда да, тогда подсекаешь. А так нервишки шалят, конечно, в то же самое время. Есть. Есть. Ну, красиво повел, небольшой, бодрый такой карасик. Стоял, короче, он вообще даже толком не шевеля поплавок. Блин, засранец. Еще карасик.
крутых. Есть. Поймался проказник. Несколько раз затягивал, короче, там кустик такой перед как раз этой полянкой, на которую я бросаю. Несколько раз затягивал, сходил, слышно было, то есть трепещется. Из-за того, что зацеплялся за траву, уходил. На этот раз я его все-таки победил. Есть. Есть, выдрал. Смотрите, какой... Ах, красавчик. Расплясался. Ну, классный карась. Чуть и не ловить такого. Клевал бы только чуть чаще. Хотя тоже чаще такая штука. Сильно часто надоедает. Была у меня там рыбалочка относительно недавно. Так жестко гасили карася в камыше, что, если честно, уже под... Ну и поднадоело. Уже под конец рыбалки и реально надоело просто его тягать. Есть. Иди сюда. Ну. Доигрался еще один, смотрите. Вот такой карасик. Раз. Что это такое? Карасик. Есть. О. Ну, смотрите. Этот вообще такой красавчик. Классный карась. С дырочкой, с какой-то на хвосте. С пирсингом, походу. Отправляем в садок. Ну. Есть. Иди сюда. Ох, его ж катапультировал. Куда ты собрался? Карасик.
Иди сюда. Ой, хорош. Хороший карасик. Есть. Блин, а тут карасик, я вам хочу сказать, нормально. Иди сюда. Ай, молодец. Ай, красавец. Ай, хорош. Ай, вообще. Ну, рыбалочка сегодня знатная такая. Такие вообще... Блин, ну, карасики классные, с лодочки. Половить, короче, их на водохранилище, это, ну, блин, супер просто. Смотрите, какой классный карась. Еще немножко, и мы, короче, будем сворачиваться. Ну, вот, скорее всего, друзья, будет и последний карась на сегодня. Будем ехать. Солнышко припекает, а мы уезжали именно на утречко половить. Смотрите. Ну, красавчик какой. Куда ты собрался? Это, походу, один из самых таких крупных за сегодня. Ну, хорош карась, мерный. Посмотрим, что мы с вами поймали. Эх. Поймали мы с вами, смотрите, сколько карася такого хорошего, мирного карася. Я, честно сказать, от этого места и не ожидал, что тут будет карасика столько. Смотрите, весь одинаковый, весь такой ладошечный карась. Не было, конечно, крупного, ну и сильно мелкого тоже не было, он весь один в один. Ну, как по мне, так очень даже ничего, мы и отловились с вами. Ну, друзья, собственно, такая сегодня недлительная, коротенькая рыбалочка, коротенькая сессия по карасю. Новое место, новые ощущения и впечатления. Ну, как по мне, все состоялось. Кому понравилось, палец вверх, подписывайтесь, и дальше будет больше карася. Всем пока, до новых встреч.